Всем привет, мы находимся в Батуми. Вот тут еще одно место для стоянки автодомов. Вот я не буду близко подходить, так вот секретно сниму. Вот, я координату этого места дам в описании под этим видео. Мы находимся в самом центре Батуми. Вот там дальше парк, в котором снимали фильм «Любовь и голуби». Да. И вот центр Батуми. И вот что самое интересное, смотрите, какое грандиозное строение. Такое ощущение, что находишься где-нибудь в Нью-Йорке. И вот посредине кадра какие-то дома, которые совершенно не вписываются вот в этот сюжет. Да? А вот там дальше стоит комета. Такая памятник. В общем, помните корабль на подводных крыльях? На нем написано Сочи-Батуми. Рейс такой был когда-то. Ну, мы не о корабле, мы о стоянке, куда можно приехать и вот так расположиться с автодомами. Но мы, наша группа, предпочитает отдыхать в 30 километрах отсюда, прямо на берегу моря. Ну, а кто-то хочет в городе. Вот можно вот прям так. Повторяю координату, я дам в описании под этим видео.